внезапно. И прямо вон. Боже, а что ж они его сделали таким узким? Очень такой продуманный мост, конечно. Очень надежный. Сейчас я сфотографирую здесь вот эту всю красоту. Все. Что-то дикое. Сверху теплое, а потом мячик дри. Так же поворот. Да тут вообще природа шикарная. Разнообразный. Тут песок разбивают, раздобывают. Красиво как. Ну да. И видно, что шкопают его, видишь, добывают тут его. Ой, класс. Трава по пояс, смотри. Короче, слушайте рецепт от комаров. Берите листочки, ручки, записывайте. Лавандовое масло берется. И берется с водичкой, разбавляется, допустим, 5-10 капель на 150, допустим, миллиграмм. И берется флакончик, который распрыскивает, знаешь, вот это пшикает. И разбавляешь вот это лавандовое масло с водичкой в этот флакончик. И брызгаешь себя. Брызгаешь себя, брызгаешь помещение, где комары, ну, залетели. И они вот этот запах не любят. И не садятся на тело, когда побрызгал. Плюс мята тоже. Эфирные масла, да. Которые имеют вот резкий даже запах. Да, живность это все не любит. А лавандовое масло, оно и инфекции убивает всякие. Когда даже простуда, то она тоже хороша брызгать. Она убивает. А я не знаю. Но все очень красиво. Три. А вот это просто уже поля или это тоже участки? Поле, что не видишь, точно. Тут Оксана продает землю. Никто закупает. Смотри, сколько земли. Валом, валом той земли. Живописные места тут просто прекрасные. Вот это называется топинамбур. Да. Вот это средство при сахарном диабете. Средство при сахарном диабете. Оно вырастает большое, высокое. А кушается корень, получается, да? Корнеплод. Корнеплод кушается. На мелкую терочку. И кушаешь. И он, кстати, вкусный. И очень полезно. Обратно. Смотри, как облепихи много. Да, это облепиха такие, да? Да. А она цвела? Она же должна давать плоды или она дикая просто? Я думаю, что она все-таки
Уже что-то я к ней подходила. Не видно, да? Не видно, да. Что-то ничего не завязалось, что ли. Она же это сама, слышишь? Она цветет. Но она... Ты куда пошел? Она цветет же желтеньким. Рясно. Вальтер, боже. Дитя порока, ты куда? Домовенок, понимаешь, залез уже. Блуд напал. Я на следу. А у нас машинка, ваша машинка блестит. Ёлики тут сделают. Серя. Эй, я уже здесь. Слови меня. Слови меня, если сможешь. Кошмар. Фигара там, фигара здесь. Ты видишь? Клубничка такая. Это такая садовая зимняя, понял? А вот все-таки клубника ближе, а то такая длинненькая. Да, да, да. То это земляника высажена. Мы сегодня поедем на ходу. Никого нема. Земляничка. О, еще. Береза. Как... Ага. Пустое, кстати, да. Пойдете вечером на разведку. Я знаю, куда Наташа идет. Так, ты чего? Ты куда не ходи, ты сюда ходи. Ты чужой, она попробовала, мы тебя не знаем. О, какой куст красивый. Красота. Какая ароматная штука. Ой, вот эти штучки, как они. Кто сидит? Боже, как же оно пахнет. А кто там сидит? Ой, счастье, да? Мне кажется, я не знаю, там, наверное, если что, то даже и переночевать невозможно. А уже кто-то поджвал. Редиски, лука. Да прямо. Чеснока. Все не выросло. Все только вчера посадили, уже сегодня. Нам не надо. Пошли домой. Все, солнышко красиво уже. In the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. They carried me, they cleared the way to my heart.